такая история, что я всегда думал, что я много чего поснимал уже на Камчатке. Я оператор команды Enjoy. Связи. Михаил, как там посадка уже прям начнется, будут люди сажаться, скажи мне, пожалуйста. Я не понимаю, что я хочу увидеть. Я да просто... ты не поймешь, да, потому что ну, у всех башню, крышу вообще сразу сносит, просто она улетает. Ты на высоте там 2000-3000 метров открываешь дверь, и перед тобой вот просто... Потом там начинает что-то бычить на всех. Важно брать с собой всегда горячий чай в горячем термосе, потому что мы никогда не знаем, какая погода нас застанет на островах. Я, наверное, могу помочь.